Ну вот так начинается первый официальный день. Находимся на брифинге пилотов. Сейчас будет непосредственно сам брифинг. Так что вот так, начинаем. Автоспорт опять в опасности. На этот раз у нас померла турбина. Значит, судьба продолжает нас испытывать. На этот раз вот такая история. Масло проверили, масло идет, как бы вода есть, но падла износилась. Причем непонятно, как так может быть. Если есть у кого турбина, сообщите по хорошей цене. Друзья, я искренне не знаю, как так получается, но знаю одно, что во всем этом деле нам помогает инструмент Торвик все оперативно делать, и без него пальцами, конечно, мы бы точно ничего не сделали. Так, друзья, значит, обстановка такая. Вот вы видите, здесь нет турбины. Нужна турбина Garrett 3576 GTX. Либо сам картридж, либо с холодной частью. Если вы знаете, где его достать, найти, по какой цене, прошу вас написать в личку, но только по делу. И нужно максимально оперативно. Если вы мне поможете, вам будет 100-500 карт. В общем, по пятерке пока вопросы есть, решил взять Форда. И на Форде, в общем, наверное, сейчас поеду трениться. Тоже зелененький, красивенький. Сейчас пока протестируем, как он себя вообще ведет на дороге. After you start right when you initiate the first thing, actually the first two clips that you're going to go through, the first in clip and touch and go, they're in clip and touch and go. So. Ну что, у нас обстановка такая. Джига стоит с закрытым капотом, мы ждем турбину. Женек стоит, Славик намывает Альтезу Дамира, и Дениса машина тоже готова. А вот где хибина, кстати, вопрос, а где хибина? Не, а машина хибина где вот? А, машина хибина тоже готова, поэтому, друзья, все четко, все нормально и должно быть по плану. Вот на 100% я уверен, что вот эта вот вся история, которая происходит, но тут вот опять нет никого в сервис-парке, буквально пару человек ходит и больше никого, вам не сильно нравится. Мне она также не сильно нравится, если уж что. Ну а что делать? Ждем турбину. Друзья, вот наступила темнота в сервис-парке, а у нас отличные новости, позитивные. Дима и Даша наконец-таки добрались и привезли долгожданную турбину, поэтому, Дима, Даша, спасибо вам огромное, а мы завтра едем. Ура! Так что, все, огонь. Так, Женек, у нас есть турбина. Ура! Все, отлично. Сейчас мы вот это дело прикрутим вот сюда. Так что вкусняшечка. Кушай. Только аккуратно. Как бы в целом мы сейчас решаем вопросы вот по этой теме. И вот по этой теме. И по этой теме. Чтобы не переваривать вот эту часть, вот эту, потому что у нас здесь уже все это переделано.
Мы, точнее, Женек сейчас решает там вопросы с корпусом и со скотчбрайдом. Короче, сейчас все это решим и надеюсь, все у нас получится. Поэтому все четко. Нажми. Так, Женек, у нас здесь турбина. Ура! Все, отлично. Значит, история такая. Все потихонечку складывается. Турбинные движения мутятся. Сейчас вот это будет установлено вот сюда. И мы ответственно завтра на всех турбинных движениях помчим вперед. Дай бог, чтобы все поработало так, как надо. Ну а в целом машина Хибиныча в целом практически готова. Дамира готова. У Дэна тоже все готово. Но автоспорт дело такое. Сейчас все окей, а завтра не очень. Поэтому максимально проверяем все, что только можно, и все, что нельзя. И завтра, точнее уже когда там сегодня, неважно. Короче, завтра будем готовы. Как проходит вечернее движение в команде, которая работает? Я вам покажу. Движения приблизительно такие. Там болгарка, там дрели, сигнала, там ключи, там разговоры, настройки и все по максимуму. А сейчас я вам покажу, как проходят дни и вечера, точнее, в сервис-парке у команд, которые просто отдыхают. В принципе, ну, в целом тишина. По боксам, как мы тоже видим, тишина. И лишь только где-то вдалеке играет музыка. Так что так. Так, значит, история такая. У Дениса с машиной все огонь. И здесь проходит работа только с финальным винилом, чтобы машина была на максимальной красоте. По моей машине сейчас Женя с папой решают вопросы по турбине. У Дамира, как мы видим, тут ведерочка, чтобы все намыть, начистить. И это правильно, потому что под дождю потренировались. А Саня с Дамиром прикрепляют бампер к хибиновской тачке, и она тоже в целом вся готова. Поэтому у нас движухи в боксе максимальные, мы готовимся, и завтра все будет хорошо. Все вроде кажется так просто поставить турбину, но есть сложности, которые мы сейчас должны побороть.